Очень хорошая табличка, которая вызывает ностальгию у многих, даже у меня, потому что я рожден в СССР. И такая ностальгия за теми годами, когда все было хорошо, спокойно и все были довольны жизнью. Но когда у одного человека спросили, когда тебе было лучше, сейчас или тогда в СССР, когда тебя притесняли, не уважали, ограничивали твою свободу. И он сказал тогда. Очень удивились, почему? Ответ один, потому что тогда я был молод. И поэтому, дорогие наши дедушки, бабушки и старшие поколения, наверное, все-таки секрет в том, что у вас ностальгия за СССР, что тогда вы были молоды, здоровы, любили жизнь, строили свое будущее как могли, и тогда вам было просто хорошо. Именно оттуда, наверное, весь секрет ностальгии по той старой великой стране СССР, в которой родились все мы. Но ее не будет больше никогда. Поэтому живите сегодняшним и думайте о будущем. А о тех годах своей жизни просто вспоминайте хорошими словами. Потому что это была все-таки ваша молодость.